Ох уж эти дискотеки. Сколько копий вокруг них сломано, а они существуют. Почему? Ну, посмотреть на людей, себя показать. А если серьезно, отдохнуть в кругу друзей. Ну, что еще можно сказать? Послушать современную поп-музыку на высококачественной аппаратуре. Ну, это основное. А помимо этого можно и побеседовать с ребятами, одногруппниками и так далее. Ну, развлечений на дискотеке множество. Также много различных конкурсов и тому подобных вещей. Дискотека – способ общения молодежи и самый эффективный способ их эстетического и музыкального воспитания. Я учусь на 4-м курсе этого института и вот по совместительству веду дискотеку «Ваганты». Что можно сказать об этой дискотеке? Дискотеку вести, конечно, трудно. Тем более примешиваются такие трудности, которые могли бы избежать, если бы чувствовали поддержку обкома, горкома, комсомола, а также многих клубов, которые существуют и у нас в городе, и в других городах нашей страны. Что нужно, мне кажется, для того, чтобы улучшить работу дискотек? Более-менее централизовать дискотечное движение, наладить обмен материалами, обмен пластинками, обмен записями, которые мы сами достаем через третьи руки. Это, конечно, задача не только наша, но в какой-то мере и задача горкома комсомола. Аппаратура, используемая на дискотеке, у нас, например, на дискотеке, аппаратура собирается самими ребятами, если можно сказать, из списанных магнитофонов, усилителей и колонок. Быть может, стоит дворцам и клубам, правкомам заводов часть доходов от дискотечных вечеров выделять на приобретение качественной аппаратуры и пластинок. Решить проблемы дискотеки значит не на словах, а на деле заниматься насущными вопросами коммунистического воспитания молодежи. Сегодня вопрос стоит именно так. –